Станислав, в общем, у нас, так как я сейчас записываю ролик, у нас, в общем-то, мы создали небольшую организацию, называется «Общественное движение «Плохие полицейские». Можно, пожалуйста, посмотреть ваше удостоверение обоих? Никита, привет! Привет, привет. Сейчас, секунду. Ну что, друзья мои, всем привет, с вами Никита. Сегодня мы продолжаем играть на Родина РП Центральный округ. И сегодня 20-й, друзья, юбилейный выпуск Родина РП «Путь бомжа на Центральном округе», друзья. И сегодня, я не знаю, как я буду сегодня вести себя в данном ролике, друзья, но вы, пожалуйста, поставьте лайк. И также не забудьте подписаться, друзья, на канал друзья, чтобы не пропускать новые... Чтобы не пропускать, друзья, новые выпуски. В общем, сегодня я решил сам для себя, в общем-то, проверить полицейских. Подъезжать к полицейским буду, друзья, и говорить: здравствуйте, общественное движение «Плохой мент». И, в общем, буду говорить, что я такой-то, такой-то, друзья. Так как у меня общественное движение, друзья, я могу быть вообще любым человеком абсолютно, друзья. Поэтому мне никто ничего сделать не сможет. Давайте проверим сразу, друзья. У меня нет никаких наркотических веществ. Посмотрите, друзья, у меня все адекватно, все хорошо, нет ничего лишнего, ребята. Поэтому вы, пожалуйста, поставьте обязательно пальчик вверх и подпишитесь на канал, друзья. Я надеюсь, что вы меня, друзья, поддержите. Так, чат убираем. Так, пока что по поимке беглых преступников, друзья, нужно быть аккуратным, потому что есть такие полицейские, которые берут взятки, друзья, и их нужно карать. Таких полицейских нужно всегда убивать, друзья, показывать, что нельзя так делать. У вас новый реферал Такумик Харада, друзья. Вот это здорово. Кстати, давайте посмотрим список рефералов, друзья. Спасибо огромное. У нас уже 78 человек, друзья. Это очень здорово. Спасибо вам огромнейшее, друзья. Кто вообще регистрируется? Ба. Что ж ты так неаккуратно-то, дружище? Так, смотрите, ребят. В общем, сегодня... В принципе, выпуск будет длинный, друзья. Выпуск я буду монтировать, в принципе, тоже часика полтора, друзья. Но это того стоит. Я думаю, пожалуйста, влепи лайк и не забудь подписаться на канал. Так, я надеюсь, может быть, на посту кто-нибудь тут стоит. Пост вообще у нас есть? Нет, поста у нас, друзья, нету. И ментов, я смотрю, тоже, в принципе, не так уж и много должно быть сегодня. Так, понижена, друзья, ваша сумма за уплату. Да, это я понимаю примерно. На 100 рублей аж понизили. Вообще, бля, конечно, прикол десно. Надо потихонечку, друзья, штрафы скидывать, потому что штрафов мне, друзья, просто... Ой, блядь. Вижу, друзья, товарища полицейского. Смотрите, друзья, он здесь стоит. Он такой, типа, я не я и лошадь не моя. Идите нахуй, я прикольный тип. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на секунду, пожалуйста? Алло, в смысле? Остановитесь, пожалуйста. Мы сейчас заняты, чё? У нас, мы на вызов едем. Ну хорошо, я за вами тогда поеду, поехали, ладно. Но не надо за нами ехать. Не надо. Почему? Я же имею право. Это преследование. Нет, это не преследование. Я не вас никак не ничего вам не делаю. Плохого я вам ничего не сделал. Я просто буду смотреть, как вы работаете. Блять, суки! На красный прохуярил! Спокойненько. Так, я так понимаю. Менты едут, друзья. Отлично. Так. Дмитрий. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, мужики, давай, работаем, работаем, пацаны, красавцы, лучшие полицейские в мире просто. Сал дубинку и ударил человека на... Ой, а сколько звезд у него, дорогие друзья, скажите, пожалуйста. ПЦ одна. Понял, понял, так, я отъезжаю. Мне нужно будет с вами кое-что, кое-что обсудить, не одну небольшую, в общем-то, дилемку, буквально на минуточку. Я вас ожидаю здесь. Станислав, в общем, у нас, так как я сейчас записываю ролик, у нас, в общем-то, мы создали небольшую организацию, называется «Общественное движение «Плохие полицейские». Можно, пожалуйста, посмотреть ваше удостоверение обоих? Никита, привет! Привет, привет, сейчас, секунду. Желательно обоих, чтобы я увидел. Просто у нас, так скажем, сейчас в штате очень много взяточников, и поэтому нужно все дело убирать. Взяточники нам не нужны здесь. Согласен, мы честные полицейские. А вот это правильно, это правильно. А вот как... Мы никогда не берем взятки. А вот что вы скажете на то, что если у меня есть видеофиксация о том, как вы берете взятки? У меня такого в жизни не было. Ну, насколько не было, мы никогда не брали взятки. Вот главное, чтобы вот не было взяток, договорились? Так точно. Просто у нас есть, так скажем, сейчас общественное движение. Такие сотрудники оно... есть плохие, да? Да, мы уже одного поймали, взятки поэтому... Берут. Я ему передал привет, тут же он слетел, поэтому такая вот красота. Скажу. Конечно. Нам очень много раз предлагали, мы отказывались. Даже мы никогда не брали, да-да-да. Но вот вы хороший они полицейский. Они молили нас, но мы никогда не брали взятки. Мы за справедливость.
Все, понял, хорошего вам службы, вас всего доброго. Вас довезти там? Нет, нет, спасибо, у меня стоит красный Порш, я на нем доеду. А, ну хорошо, хорошо. Передаю привет всего в ролике, спасибо доброго. Большое, всего вам доброго. Продолжайте в том же духе, не берите взятки, и все будет хорошо. Спасибо. Все, всего доброго. Всем, всем привет. Красавец. Ставьте лайки. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое, красавчик. Давайте, ребят, дам ему пол лимончика чисто, чтобы... Ну, пацан, пацан подъехал, пацан поздоровался, но почему бы не накинуть на самом деле, да? Чаще улыбайся, братан, чаще меня встречай. Что? Все, братанчик, давай, спасибо тебе то, что мне передал привет, очень красавчик. Подписчики тебя тоже уважают, дружище, давай, всего тебе доброго и почаще смотри ролики. Отпиши, брат. Давай, братан, удачи. Так, смотрите, ребят, теперь что, в принципе, первые полицейские оказались хорошими. Они сказали, что они не берут взятки, у них все замечательно, они добрые люди. И поэтому, друзья, я так думаю, пора, наверное, отправиться еще, друзья, на поиски полицейских. Вот еще сразу вижу еще одних. Здравствуйте, товарищ полицейский. Здравия желаю. Здравствуйте. У нас, в общем-то, федеральное, так скажем, небольшое движение общественное называется «Плохие полицейские». Представьте, пожалуйста, свое удостоверение. Секундочку. У нас просто есть в органах, так скажем, есть такие люди, которые берут взятки. Мы их очень сильно караем, поэтому. Взяточники – это плохие люди, и мы их сразу убираем, так скажем, с должностей, поэтому я жду ваши документы. Показал удостоверение человеку напротив. Взял удостоверение, посмотрел. Хорошо, спасибо. Как вы относитесь к взяткам? Скажите, пожалуйста. Негативно. Я никогда не брал. А если я скажу о том, что ваш напарник, у меня есть видеофиксация, как он берет взятку, что вы на это скажете? Ну, во-первых, покажите мне эту видеофиксацию. Мы заняты очень сильно, нам некогда. Потому что я не верю, что мой напарник может брать взятки. Подождите, пожалуйста. Вы же успеете отвезти товарища всегда. Я не успею отвезти его. Почему вы не успеете его отвезти? Вот информация, Z-ка не бесконечная, 10 минут. Ну а вы когда ему ее дали? Минут 3, наверное, уже прошло. Хватит выходить с авто. Хорошо, ну допустим, ладно, я тогда за вами проследую. Это не нарушается хорошо. Законом. Давайте, хорошо. Не нарушается законом. Это не нарушается, у меня нет никаких... Это можно отнести меня проверить. По покушению. А я записываю видеоролик на YouTube, поэтому можете все... Что я могу все YouTube? Приложить к делу. Что такое YouTube? Я, ребят, сейчас посмотрю, как это будет все дело происходить. Мне реально интересно, я хочу посмотреть, насколько вы творите беспредел. Пацан, походу, понимает, что ему пизда. Ребят, вот за такое, вот если вот... Давайте так вот, Родина РП, Центральный округ, Путь Бомжа набирает, друзья, 40 лайков, давайте так вот, 40, вот, блин, я был бы просто в шоке, если 40 лайкосиков накапает. Прямо сейчас, друзья, в прямом эфире, 40 лайкосиков, то я буду вообще просто рад этому, друзья, я вам гарантирую, что скоро будет еще один розыгрыш. Так, кстати, забыл сегодня сбагрить, в общем-то, камушки, забыл сбагрить еще и металл, друзья, боже ты мой. Общественное движение «Плохие полицейские», можно, пожалуйста, ваше удостоверение? Что? Повторяю, общественное движение «Плохие полицейские». Можно, пожалуйста, ваше удостоверение в развернутом виде? Ну, если вы плохие, то мы хорошие. Нет, не я плохой. Мы проводим рейды по плохим полицейским, которые берут взятки, потом мы их красиво снимаем и передаем. Я не беру взятки. Так, я хочу... Сотрудники, в строй, давайте в строй, все в строй. Можно я поеду в ФСБ доложить? Да. Ну что ты делаешь? Просто у нас, так скажем, в округе очень много взяточников объявилось, и мы сейчас их очень жестко караем. Согласен. Да, и как бы... Если их что, если нужно будет какой-то обыск меня, я без проблем все пройду, не переживайте, все в рамках закона. Так, посмотрим, друзья. Скедин Роман, есть полиция, так, полиция Арзамаса, генерал. Хорошо, как вы относитесь к взяткам, скажите, пожалуйста. Плохо. Очень плохо. А как вы думаете, а если я скажу, что вот, к примеру, у меня есть видеофиксация на Илью, у меня он взял взятку. Я не брал взятку. Подождите, пожалуйста. Я не брал взятку. У меня есть видеофиксация того, что Илья взял взятку. Как вы к этому отнесетесь? Увольнение с занесением в базу данных как особо опасного преступника. 5 лет тюрьмы. А, даже так? Это вот такая, да, статья. Просто попался один чувачочек, в общем-то, на взяточках ФСБ. Ну не я же, надеюсь. Нет, не вы. Просто есть такие люди, которые берут взятки, и они красиво потом отлетают. А ты сейчас угораешь или ты не узнаешь меня? Я не угораю абсолютно ни разу. Я... Никитка, ты чё, дорогой? Сука, блин, я думал, не узнаю.
Кстати, это тяжело не узнать, конечно. Я ролик снимаю, пацаны, всем привет. Смотрите, ребят, ну пока все нормально, пока вроде сотрудники подчиняются, так скажем, друзья. Сотрудники пока что подчиняются, это очень здорово. К Фейбосам. Давайте дойдем к Фейбосам. Так, /GPS. Давайте основные места, друзья. Где же они находятся у нас, интересно? Автовокзал, так, полиция, банковское отделение. Ну, вот, ФСБ, Федеральная служба... Федеральная служба безопасности, вот. Надо будет, ребята, в следующей серии, если вам реально зайдет такая рубрика, ребят, ну, просто решил проверить, если наберет хорошее количество лайков, друзья, я сделаю, заеду к Федеральной службе исполнения наказаний, к ФСИНовцам, друзья, и просто, блять, на красный, сука. И просто, ребят, надаем пиздюлей за то, что они вот так вот будут себя вести, плохо вести. То есть я чистый абсолютно, меня проверили специально, друзья, мне помогли, сказали, Никитосик красавчик, обнял, отсосал. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, друзья, вижу все ФСБ, сейчас мы, я уже вижу моих жертв, друзья. Уже вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Общественное движение, плохие полицейские. Можно, пожалуйста, ваше удостоверение? Я обязан. По уставу не обязан. Ну как же вы не обязаны? Да прямом читать устав. То есть вы не обязаны, получается? Ну я ладно. Обязан. Это вы знаете, это вы прям хорошо. Скажите, пожалуйста, буквально один вопрос. Как вы относитесь к взяткам? К взяткам? Крайне отрицательно. В последнее время никто, ну, кроме я, не брал никогда взятки. Хорошо, просто сейчас я записываю видеофиксацию, так скажем. И поэтому я хотел бы точно убедиться. Заезжался в полицейский участок, они тоже подтвердили, что взятки не берут. Просто у нас очень много взяточников появилось в нашем округе, поэтому проезжаем, всех смотрим. Возможно, в ВДЛ много их. Да, я туда направляться буду в следующем, так скажем, по ОЦ говоря, выпуске, поэтому... Да, приятно. Все понял, хорошо, хорошей службы, всего доброго. И вам того же, приятно. И вам тоже, спасибо большое. Так, смотрите, ребят, ну я так думаю, наверное, стоит на этом серию закончить. В общем, спасибо, что были со мной, друзья. В принципе, пока все меня устраивает, друзья. Пока все хорошо, я, в принципе, потихонечку, друзья. В общем-то, все красиво делаю, друзья. С вами, с вас лайкосик, друзья, с меня видосик. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзья. Если хотите больше серий, друзья, я буду всегда рад вам, друзья, ответить в комментариях. Без проблем. С вами был Некит, друзья, до скорых встреч. Увидимся в следующем выпуске. И всем пока-пока.